Георгиевский храм на службу в честь Успения Пресвятой Богородицы собралось много прихожан. И это не случайно, ведь христианский праздник Успения – один из великих и почитаемых народом. Православные вспоминают кончину Божьей Матери. Это день радости соединения ее со своим Сыном Иисусом Христом. Для христиан это особый церковный праздник. Мы теперь как бы имеем на небе не только Божественного Сына, но и нашу первую предстательницу и заступницу рода христианского, так ее христиане именуют, на небесах Пречистую Божию Матерь. Потому что она сама, как гласит церковное предание, дала всем нам обещание, что по ее успении и представлении и перенесении земли на небо она будет всегда пребывать с нами и молитвенно ходатайствовать перед нами, перед престолом Божьим, на все наши просьбы, упования, надежды и веры. Праздник Успения любим христианами еще и за то, что в этот день матери молятся и просят о Богородице здоровья и благополучия своим детям. Я очень сильно верю в Бога, Он всегда мне помогает. Хочу, чтобы Он помогал моим детям. Сегодня мы пришли причаститься, исповедоваться, причаститься, чтобы у моих детей было здоровье, чтобы у всех было здоровье. В этот день в Георгиевском храме было много детей. После службы они, как и взрослые, исповедовались, проходили таинство причащения. Мы вообще всегда ходим, мы как бы постоянные прихожане этой церкви. Здесь очень тепло, здесь хорошее песнопение, здесь батюшки очень чудесные. Вот. Ну и сам по себе настрой праздника, он дает заряд бодрости на весь день. Понятно, во имя чего ты живешь, что жизнь достаточно прекрасная. Праздник Успения Пресвятой Богородицы продлится вплоть до вечера 5 сентября. В эти дни в храмах будут поминать Божью Мать и радоваться ее вознесению. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.